А теперь история 9-летнего мальчика, который мечтает попасть на шоу «Лучше всех». Муртуз Ибрагимов из села Кищада Хадаевского района сам в совершенстве овладел искусством лепки из пластилина. Он не раз становился победителем различных конкурсов районного уровня и теперь готов показать все, что умеет широкому зрителю. Наша съемочная группа отправилась в гости к маленькому скульптору. Кадыр Абдулазизов попытался узнать о секретах мастерства. Уменьшенные копии динозавров и героев мультфильмов из пластилина в этом доме на каждом углу. Мальчик практически живет своим увлечением. А все началось в 5-летнем возрасте, когда маленький Муртуз Ибрагимов со своим старшим братом смотрел мультик. И тот пытался из куска пластилина слепить одного из героев. Когда я был маленьким, я лепил, и он смотрел кино и смотрел на меня тоже. А он тогда стал лепить. У юного скульптора есть свои секреты. Сначала он открывает книгу о динозаврах и по картинкам подробно изучает то, что собирается лепить. А затем уже дает волю вдохновению и своей фантазии. Я начинаю с головы. Потом? Потом с рук. И потом с туловища. И потом ног. И хвост. Он воссоздает все в мельчайших деталях – зубы, глаза и волосы. Динозавры и другие персонажи мультфильмов в его руках буквально оживают. Однако маленькому мастеру под силу создать не только животный мир. Не прошло и 5 минут, как мы попросили маленького Муртуза слепить нам лицо человека, и вот оно готово. Как пластилин увидел, он начал лепить. Мы удивились, что он вот так красиво лепит, и начали ему помогать во всем. Я один раз попросил его внука, вот с папахой слепи меня, вот усами. Вот. Дедушка говорит, вот тебе слепил он. Один к одному лепит вот этот внук. О работах Муртуза Ибрагимова знают все сверстники. Вот уже несколько лет подряд он побеждает на различных районных выставках. Сейчас он оттачивает свое мастерство до совершенства. Ведь в планах юного скульптора попасть на шоу «Лучше всех» и покорить уже всю Россию. Кадыр Абдулазизов, Руслан Гаджиев, Тимур Лямаев. Время новостей. Дахадаевский район.